Духовный диалог. На архиерейский собор в Москву съехался весь епископат Русской Православной Церкви. Среди высокопоставленных гостей – главы поместных церквей. Блаженнейший папа и патриарх Александрийский Феодор II. Патриархат издавна ведет миссионерскую деятельность в Африке. Число прихожан поместной церкви составляет около 7 миллионов человек. Блаженнейший патриарх Антиохийский Иоанн X. Из лона поместной церкви вышли подвижники Иларион Великий и Иоанн Златоуст. У Антиохийского патриархата более 400 приходов и 2 миллиона верующих. Блаженнейший патриарх Иерусалимский Феофил III. Под управлением архиерея находятся главные христианские святыни – Вифлеем, Голгофа, гроб Господень, Назарет. Святейший патриарх сербский Ириней. Христианство утвердилось у сербов благодаря просветительской миссии святых Кирилла и Мефодия. В годы распада Югославии патриархат потерял десятки православных храмов. Церковь выстояла, и сегодня в Сербской Православной Церкви насчитывается более 3500 приходов. Блаженнейший патриарх румынский Даниил. Христианство сюда принесли апостол Андрей Первозванный и ученики апостола Павла. А в Румынии у Православной Церкви государственный статус –